Днепропетровск, замгубернатора, телефонный разговор, приказ и поврежденные борды с наружной рекламой политических конкурентов. А потом молчание. Чье знают наши корреспонденты? Еще вчера эти билборды были целы и невредимы. Сегодня пластик разбит, плакаты с предвыборной агитацией разрисованы. Там, где это не удалось, лайтбокс разрисован краской. По странному стечению обстоятельств в основном повреждена наружная реклама оппозиционного блока. И всего за одну ночь. То рисует, то ломает. Отрицательно относимся. Конечно. Почему ну, относимся? Почему? Ну, потому что это вандализм. Это неправое повреждает. Ну как, каждый должен высказать свое мнение. То, что повредили именно их наружную рекламу и именно в одну ночь, оппозиционеры считают конкретным заказом. И это доказывает телефонный разговор, который появился в интернете. Заместитель днепропетровского губернатора Геннадий Корбан отдает приказ советнику губернатора Алексею Салкачу. Возьми бригаду найми. И все, бригаду. Все вилкула, билборды. Нахуй спилить. В нагляд. Без документов, без ничего. Просто подъезжают и спиливают. Все? Все. Ну, слышал. Все и всех его представителей. Оппозиционных блоков. Все спиливаем нахуй на ухо, так чтобы повесить было дорого. Ничего не переживаем, мы за все это сами. Оппозиционеры уверены, именно после этого в Днепропетровске неизвестные повредили более 90% их рекламных носителей. Причем предвыборная агитация других политических сил как висела, так и продолжает висеть. Оппозиционный блок боятся, потому что он говорит правду. Оппозиционный блок боятся, потому что четко видят, что по соцопросам мы выходим на второе место в стране, в Днепропетровской области. Мы уверенно побеждаем любые провластные партии, которые ну, сегодня пытаются вот таким вот образом там, побеждать в кавычках на выборах. Мы будем до последнего с людьми, люди нас поддерживают. Один из министров-силовиков сам участвует в выборах. В оппозиции теперь внимательно следят, что же предпримут правоохранительные органы. И ответит ли кто-нибудь за более чем 200 поврежденных политических рекламных носителей. Мария Урбан, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер, Днепропетровск.